Уже девятый десяток лет Сочи-Водоканал подает жителям и гостям курорта чистую и полезную питьевую воду. Над тем, чтобы обеспечивать дома бесперебойным и качественным водоснабжением, трудится огромный коллектив. Сварщики, слесари, токари, водители и другие специалисты предприятия сегодня продемонстрировали свое мастерство в 9 номинациях конкурса «Лучший по профессии». В этом году он проводится уже в 5-й раз. Считаю этот конкурс очень полезным и очень нужным. Это поднимает престиж нашей профессии, это поднимает у наших сотрудников гордость за то дело, которое они делают. Начались соревнования с теоретической части. Работники районных участков разделились на команды и отвечали на вопросы по билетам. На подготовку дается всего несколько минут. Сергей Кулиш работает на предприятии уже 10 лет, но в конкурсе участие принимает впервые. Продемонстрировать свои качества, наверное, и умения. Также посмотреть, что умеют другие люди, у них поучиться. Я думаю, что я со своим коллективом сработаю качественно, быстро и надежно. После теории специалисты приступили к практике. В токарном цехе заработали станки, электрогазосварщики взялись за работу с огоньком, аварийные бригады водопровода и канализации устраняли поломки, расчищали засоры на импровизированной дорожной части, а водители в это время показывали мастерство в управлении грузовыми машинами. Участие в конкурсе принимали и те специалисты, которые проверяют качество воды. Ежедневная работа с колбами и реактивами для лаборантов химического анализа превратилась в соревнование на время. Впрочем, выполнить задание в кратчайший срок старались все. Теперь победители отправятся в июле в Ростов на конкурс профессионального мастерства среди водоснабжающих предприятий России, где в прошлом году Сочи-Водоканал смог занять почетное 2-е место. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.